Какой план у вас, мистер Фикс? А у меня есть план здесь шиномонтажку сделать. Мистер Фикс, у меня есть план. Сейчас попробуем. Лишь бы петли не оторвались. Это от знака. Х7. Это самое фиговое, что немножко неправильно. И это вот зараза такая. Надо, чтобы вращался, крюк было поставить, а я... Не взял этот крюк вращающийся, блин. Блин. Удастся мне погромать, не удастся. Блин, комары задрались, сука. Ну вот так вот, если... Чтобы есть плохо, крючки снялись. Сейчас хочу подровнять маленько. Вроде как не все так. Камеру может херово видно, извиняйте, что такая тема, но... Я ничего поделать не могу. Я подкопал там, конечно, но что-то маловато. В принципе, держать должна. Трактор вывесится сейчас. Пробовать подбить туда немножко. Пойду попробую подобью туда чуть-чуть. Блин, зараза, ухо отвалилось. Попробую как-то сейчас одним собрать. Одним, конечно, это вообще херовая затея. Сейчас, как назло, она не снимется. Вот это как всегда сейчас будет. А нет, снялась. Как-то надо сейчас собрать, переставить. Ай. Ну так-то, а? Вроде держалась же нормально. Ой-ой-ой. Как одна выше, одна ниже получилась. Да, в принципе, то по барабану выше, ниже. Вообще пофиг.
они все равно так базовыми точками просто являются, чтобы закрепиться. Хотелось бы, конечно, на одном уровне, чтобы они были. Так-то, конечно, вообще по барабану. А нам по барабану. Вообще можно было даже сваю эту кинуть одну. Ну, свая нужная вещь, мало ли пригодится. А в эту хер с ним. Блин, всю дорогу испортил. Так, еще, ну так стоит. Это вроде ровно стоит. А от рулетки нету, сколько здесь ширина. Замерить. Я попробую туда толкнуть ее немножко еще. Если получится. Конечно, толкнуть-то сложно будет, это точно. Стопудово точно будет тяжело толкнуть, но. Понятно, что это без трамбовки, все шляпа, но так себе. Бля, сейчас сюда она завалена сильно. Зараза такая. Ну-ка. Сюда завалено. Так. Так. Плюс-минус, да? Кривовато, конечно, стоит. Это точно. Лопата кидать-то вообще херово. Это ни хера не трактором. Ну так, плюс-минус километр. Зараза. Как же ее? Приподнять-то, а? Там елка, блядь, сука.
хрен она и поднимается. Так, попробовать тогда по-другому сейчас. Зараза, одному вообще тяжело это, блядь, делать все. Вот клык сломан, херово. Сейчас клык был целый бы, я его подсунул бы его и приподнял. А сейчас получается, что так херово получается. Но для этого нужен клык нормальный, чтобы он залазил хорошо. А так, конечно. Посмотрим сейчас, что будет. Смотрите, люфт появился здесь. Видите? Видали? Офигеть. Сколько, 2 года или 3? Цилиндр-то понятно, вот. Вот, тут ход, смотрите сколько. Тут-то ясно, это я еще не восстанавливал. Я туда поставил втулки и пальцик говно у Лукмана набрал. Вот этот меня беспокоит. Офигеть, да, люфт появился, я думал, хотя бы 5 лет отработает без люфта. Здесь, по-моему, да, здесь 2 втулки, по-моему, здесь лонмодишные китайские, а 2, по-моему, Ариес. И палец тоже Ариес, по-моему, потому что я тогда Лукману вернул его говно китайское, которое вот так вот болталось. Ну вот видите, уже люфт есть. Ну короче, надо сюда комплект втулок и палец сюда, палец втулку сюда, палец втулку надо, потому что вот эти новые 2 китайские пальца лукмановские, и они, ну, ход вообще жесткий, такой ход не здесь, не в колонке, а внутри этой втулку раздрочило.
Да, вот одна лукмановская, по-моему, втулка, а вторая втулка не лукмановская. Но люфт здесь. Видно же, что люфт вот здесь вот. Не там. Так что, блин, вот так вот как-то. Как-то вот так вот. Люфты есть. Люфты обнаружились. Я думал, долго люфтов не будет. Ни хера, не тут-то было. Люфты появились. Ну, как бы, конечно, не мудрено. Нагрузки такие гигантские, но это, представьте, я мажу постоянно, не было такого, чтобы я не намазал. И люфты появились. Вот, блядь, как так-то нахер? Как такое может быть, что я постоянно мажу, и люфты появились? Ну, что это может быть? Это либо херовая смазка, либо, блядь, еще что-то. Короче, херовая тема. Жалко. Очень жалко. Ой, блин, как херово, да, что люфты появились. Я думал, их долго не будет. А они есть. Люфты есть, и их не может не быть, да? Ёлки-палки, а? Ну как так-то, ёпт? Как же так? Пальцы, понятно, что... На цилиндре-то ясно, что лукмановские пальцы там фуфельные, сыромятина, это да, но... Что, ну почему на этой... На копалке появился, на... Вот это, конечно, странно. Что там люфт появился. Теоретически, конечно, его там не должно было быть, но он тем не менее есть. Конечно, он маленький, но, ну, блять, но он есть. А я-то так не хочу, чтобы он был. Я-то хочу, чтобы вообще все в идеале было, никакого люфта не было. Но тем не менее, мало ли что я хочу, да? Факт, блядь, такой. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так-то? Как же так? Так, надо в правую сторону ковша набрать только, потому что мне надо подсыпать возле... Вот такие запчасти, блин, а? Вообще писец. Думал, лет 5 будет работать. Точно. А прошло-то, ну... И получается не в стреле, где болтается, а болтается, где втулка в этом, в поворотной тумбе. Конечно. Жалко все это дело. Работы надо будет опять эту работать. Снова менять все это дело. Блин, ну как так-то, а? Зараза. Блин, дорога тут криво. Зараза, вот зараза.
вот здесь я хочу поставить будку, да, и получается, что вот здесь площадка будет, тут можно мне это будет, машинки делать. Нормальный вариант. Главное, что я делаю так, что всегда можно демонтировать все это дело, потому что, ну, это все будет легко возводимое, легко разборное. Да, тут появился люфт. Зараза! Как так-то, блин, а? Офигеть можно. Хватит там ковша, нет? По идее, хватит. Где-то у меня вот здесь граница моя. Где-то здесь. Надо подкопаться, сейчас сделать тут. Причальчик небольшой. Подвыровняюсь я сейчас. Вольвы летают как самолеты нафиг. Блин, ну куда вот тебя положить-то, зараза? Где-то, блядь, сюда ложить. Переезжать придется, зараза такая. Озеленение, сейчас склоны сделаю. Это зараза, кусок укатился, ну похер, ладно. Укатился и укатился, хер с ним. Куски же боишек. Один там целая шайка, желейка.
Придется песок израсходовать весь. Ох ты, бля! Хорошо швеллер такой играющий, да? А то бы сейчас все упало бы нахер, бля. Вывеска нашей темы. Горки. Серебряная горка, вывеска бы до оба сейчас чебурахнулась бы, и все. И хана была бы. Делаю из того, что мне досталось бесплатно. Ну, песок вот этот единственное покупал. А так все делаю из того, что где-то взял, камни какие-то. Ну, короче, всякой херни. То, что люди отдали, кому что-то не надо, вот из этого я делаю сейчас все это дело. Поэтому все долго так длится, потому что все халявное, и поэтому так все долго. А если бы, конечно, можно за один день все сделать, если бы покупать все. Но я же не хочу покупать. Вот подвернулась двадцатка машина. Песка я купил, а так я нафиг ничего не покупаю. То, что отдали, с того и сделал. Просто долго все. Дают нормальный материал, просто, ну, это все и очень долго. Пока ты его копишь, все же время, пока ты его накопишь, блядь, есть необходимое количество. Это же все из-за этого долго. Вот эти все бортики, это все мне на халяву отдали. Говорит, забираю, увози отсюда, если тебе надо. Вот я и это, и увез. В принципе, нормально, что, хороший материал. Этот камень, наверное, вытащить надо. Это он здесь. Лишний, я думаю, он здесь. Я думаю, он здесь лишний. Главное, чтобы вниз не укатился. Тихо, 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 тихо. Искру увидели, а скажете, опять там, где это...
Это пиль. Это не пиль. Это искр был. Искр был. Это был искр. Да, блин, ну как так-то? Не, ну ладно. Что, придется заказывать все пальцы? Ну, которые нужны. И уже только когда вставать на ремонт, я понять пока не могу. Когда вставать на ремонт, вопрос. Как-то вот так вот. Да, а потом столбы, если под забор делай, хер что просверлишь, хрен что сделаешь. Крас 600 МВ, 200-й новый. Машинку, по идее, отрезать все это дело. Короче, неинтересно, не смотрите.
хуй тут смотреть. Это я сейчас увезу туда себе вниз. Земельку. Ну вот. Сегодня я взял на металлоломе компрессор. Такой же, как у меня. Вот он. Ну так, на запчасти, на всякий случай, не знаю. СО он называется. Какой-то. Не знаю, рабочий, не рабочий. Ну, хер знает. Взять надо было. Но он тяжелый, он 40 килограмм весит, падла. Основная масса это с него была. И там еще остались вот эти ресивера, трубы. Я завтра поеду трубы заберу. Ну, а больше не было. Ни кожуха не было. Ни электродвигателя не было. Ни трубы, ничего не было. Решил взять, потому что запчасть сейчас на него. Хрен с два, где ты найдешь. Я думаю, что он мертвый. То, что крутится что-то легко. Ну и сегодня вот такой еще набрал я. Барахла. Ключ, ну, одна сторона сломана, но и хер с ним, одна-то целая. Ключ такой обточенный какой-то, 24-22. Пробойник еще один попался. Комплект новых болтов каких-то. Таких вот целый шайб, целое, ну не ведро, а банка такая была. Не стал брать, набрал только вот. Короче, горсть взял. Они, главное, они не сверлены, они, ну, проткнутого типа. Прям целая банка вот таких новых. Конечно, куда мне целую банку? Ну, такой не надо, конечно. Две такие шайбы тоненькие-тоненькие. И еще что взял. Вот это, походу, выбивать эти сверла, клинья. Ну, насколько я понимаю, это они же. Там отдельно валялись, короче. Вот теперь у меня еще есть два клина таких. У меня самодельные. Еще будут два каких-то других. Чьих-то чужих. Блять, уже не пройти. Мне тут тропинки полян каких-то. Вот. А вот эту Ваня, короче, мне за 1000 отдал. Вот это вот ведро. Корыто вот это. За косарь. Не знаю, сколько здесь масса. Но здесь, видите, сверла. И они с этими. С конусами Морзе. Я что-то покупал по 200 рублей конуса Морзе, а здесь вот они, видите, есть. Ячики хитрые, такие длинные какие-то. Вот сверла такие укороченные, видите, чтобы уводило меньше их, когда сверлишь. Короче, я... за косарь заберешь, я говорю, ну заберу, конечно, за косарь. Видите, сколько здесь бабла вот это на самом деле все, да? Офигеешь, тут сколько денег, бля. Если уж на то пошло. Конусов сколько, ёлки-палки. Я по 200 рублей покупал, а тут они вон. И... А, и в прошлый раз я купил вот такие. Что это такое? Это пробойники или что это? Эта штука нажимается вот.